Клянусь, не щадя своей жизни, охранять установленные лейтенант Ковалева не принять от присяги прибыла. Если же я... Елена Ковалева надела погоны чуть больше полугода назад. Девушка по образованию медик, до этого работала в гражданской сфере. Теперь трудится в лечебно-исправительной колонии. Ее пациенты – заключенные с ВИЧ-инфекцией. Сегодня для Елены день особенный. Присяга говорит, событие очень волнительное. Я себя тоже почувствую полноценным сотрудником УИС, присягнувшим на верность и данной системе, и на верность Родине и так далее. Все-таки действительно торжественный момент, и чувствуешь важность, и себя важным ощущаешь. Всего сегодня на верность Родине присягнули более полусотни сотрудников уголовно-исправительной системы, младший начальствующий состав и офицеры со всего региона. Все они уже прошли испытательный срок и доказали, работать в ведомстве достойны. Уверены в завтрашнем дне, стабильность и госслужба – все-таки важная задача, и кому-то надо ее исполнять. Присяга очень важна для сотрудника, особенно если на данном мероприятии присутствуют родственники, потому что это достаточно торжественное, волнующее мероприятие, которое позволяет выработать определенный характер, стойкость. Все-таки на самом деле присягает верность Родине, народу, отчизне как бы своей. После присяги, говорят командиры, сотрудники становятся более серьезными и дисциплинированными. Всего же сегодня в уголовно-исправительной системе региона трудится более 4000 человек. Алина Чемерис, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.